Ну вот. Это мое новое приобретение. Звери-гнилозавры или китайские блефары. Робкие, пугливые, неручные, предпочитают все время прятаться. То есть мне сказали, что я их буду видеть крайне редко. Они вылезают только ночами. Их особенность в том, что они любят невысокие температуры, то есть комнатная температура не выше 25 градусов, то есть ночью 22, днем 25. Иначе они будут болеть и умирать. Ну, соорудила ему такой домик, пока на кухне. То есть здесь на кухне у меня самое прохладное место. Вот, без подсветки, без обогрева, без ничего. Буду смотреть, как они себя тут чувствуют. То есть влажность им нужна высокая влажность. Грунт все время должен быть влажный. Пишут, что 50% влажности. Потом я сюда добавлю каких-нибудь растений. Плохо то, что у меня сверчки бегают по стенам, а завры бегать по стенам не могут. Так. То есть этот ниндзя уже исчез. Это была самка, а самец. Вот он. Хвостик у него вторичный, то есть он, видимо, отваливался. Им примерно где-то 4 года, может быть, даже больше. Ну, во всяком случае, 4 или 3 года они жили у того человека, у которого их взяла. Вот, размножались. Я надеюсь, что у меня будут размножаться. Ну, будем посмотреть. Очень красивые. Очень мне нравятся. Я давно их хотела. И, наконец-то, вот. Такой вот няшный зверь. Необщительный, противный. Полез куда-то на стену. Ладно. Он выиграл. Не буду тревожить. Пусть осваиваются. Иногда буду про них рассказывать. Мне интересно, когда они есть начнут. Но у меня никогда они не голодные, не худые. Вот. Пусть живут. На самом деле им, конечно, нужен плоский террариум. То есть вот эта вот высота им совершенно не нужна. Это, по-моему, 30 на 40 высота. Нет. Даже 35 на 45. Ну, неважно. Вот, просто у меня есть большой широкий террариум, но мне его пока поставить некуда. И, в принципе, двум вот этим зверям этого пространства хватит. А потом я что-нибудь придумаю более удобное, если им здесь будет некомфортно. Но жить они должны здесь, на кухне, где прохладнее. То есть в комнате у меня сейчас примерно 25 градусов, и эта температура там держится постоянно. То есть ночью она не снижается. А здесь на кухне снижается. То есть тут рядом окно, можно форточку открыть, и им будет очень комфортно и хорошо. Вот у меня лежит термометр, сейчас здесь получается где-то 22 градуса. Ну, как раз вечер, нормально. Вот.